Добрый день, друзья. С вами Квестоник. Сегодня мы играем Pizza Delivery Truck Driving. Так, здесь мы будем водить вот такие грузовички. Для того, чтобы развозить. Похоже на меня в ту. Да, ну это в большом городе. Понятное дело, что людей любят пиццу. Большинство заказывают ее. И вот их в автобусах развозят. Так, все, мы приехали. Так, нам дали. Ого. Это купин большой. Теперь на карте нам видно, куда нам надо отвезти наш заказ. Его достаточно. Так, мы уже близко. И вот мы уже почти на месте. Вот мы и привезли наш заказ. Отдаем пит. Так, у нас новый уровень. И также новая машина. И мы видим, куда нам надо ехать. Времени нам дают много, так что можно не торопиться. Вот такой у нас минивэн. Прямо. И мы почти приехали. Точнее, уже приехали. Отдаю заказ. Такую пиццу заказали. Так, мы продолжаем. И нам дали уже грузовичок поменьше. Вот мы сразу же и приехали. Быстро.
Так, а мы едем дальше. Едем дальше. Вон видно, куда нам надо приехать. Уже стараемся побыстрее доставить. Пицца еще не остыла. Пути осталось немного. Вот у нас мини-грузовичок. Маленький. Город пустой вообще. Пробок нет. Можно быстро доехать. И вон видно уже место. Приехали. Задание выполнено. Теперь новый заказ. Так, он тоже вроде близко. Ездить не приходится. Вот и все, мы приехали. И этот заказ мы выполнили. Куча заказов. Еще один мы выполнили. Везем дальше. Куча у нас заказов. Где хотят пиццу. Так, мы даже не успеваем развозить. Так. Вот мы уже подъезжаем, наконец-то. Долго мы что-то везли его.
попали. Еще раз. Так. Ну и, наверное, наш последний заказ. Потому что все работники устали уже. Только пиццы за сегодня сделали. Так, сейчас мы ее довезем. Едем. Там, наверное, нас уже заждались. Так, ну такой город шикарный. Вот сюда. И мы проезжаем место, где делают пиццу. Это вот здесь вот, вот в этих вот пиццерии. Налево надо, и вот здесь тоже делают, их очень много по городу. И вот мы наконец-то приехали. Ну все, с вами был Квестоник. Так, сейчас. Всем пока.